Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть по КЗ, потому что тут уже обновление какое-то вышло, да. Тут вот класс, вот, да. Тут учитель есть, тут вот ученица и ученик. И вот. Это обновление школы, я так поняла. Но сейчас посмотрим, что-то появилось нового. И какая же интересная музыка. Музыка старая, не изменилась, но ничего страшного, друзья. Ну, сейчас пойдем смотреть новое обновление. Да, это музыка старая, мы ее и знаем. И мир такой стар. И мир уже такой был, да. Сейчас посмотрим, что появилось нового. Ага, все понятно, сейчас мы посмотрим, ребята, что же нового в магазине появилось. Так. Мир у нас обычный, ничего не изменилось. Ну ладно, давайте поднесу. Вау! Вау, как тут классно! Тут ученики вот сидят. Смотрите, тут мальчик, тут девочка, да. Классные у них костюмы. Давайте посмотрим, что у них тут появилось. Так, посмотрим сейчас, что у нас появилось. Так. Так, ребят. У нас тут это за денежки стоит, понятненько. Так, сейчас посмотрим, что там еще есть. Ну, домик вот такой красивый, но очень дорого стоит, ребята. Вот они капсулы, кстати, уже пчелку можно купить за деньги. Так, ребята, кто хочет эту пчелку, покупайте. Нормально она. Так, это что такое? Не знаю. И можно вот это купить. Я не понимаю, что это такое. А можно еще купить вот такой вот. Вот такие вот наушники можно купить. И можно вот такой вот рюкзачок купить, да. Классно. Давай посмотрим, что тут еще есть. Посмотрим потом. А потом пойдем и посмотрим все внимательно. Так, ребят. Тут это старый наряд, вот все. Это костюм врача, понятно. Тут есть какая-то звезда. Да. Это у нас какая-то мебель, так. И вот это еще костюмчики и велосипед. Так, больше я пока не вижу. Интересно, а у нас остался этот новогодний наряд? Посмотрим, остался новогодний наряд или нет. О, можно еще и эту купить. Ну, ну, эту штучку можно купить, я уже забыл, как она называется. И тут можно еще купить за деньги, понятно, так. Ребята, вот тут такая вот броня появилась. Вау, очень круто. Только дорого стоит, да. Этот супер костюм очень дорого стоит. У нас, мне кажется, пропал там этот наряд, да. Снежный наряд, если пропал, то ничего страшного. Да, помнишь, я для девочек копила наряд. Да. Я для девочки копила снежный наряд, но похоже его убрали, но ничего страшного, друзья. Купим еще что-то такого. Ну, купим что-то вместо этого. Ладно, ребят, давайте купим рюкзачок вот такой вот красивый. Смотрите, мне он идет. Вот такой вот рюкзачок. Давайте купим. Класс, ребят. Вау, классный рюкзачок. А давай еще эти наушники купим. Вау, очень классные наушники. Так, что же давай еще купим? Вот это я не хочу пока что купить. Это мы потом купим, друзья. Так. Ребятки, что тут еще появилось? Можно, конечно, вот это купить. Ну, давайте купим, да. Ну что, будем смеяться. Ну, давай этот смех. Ну, то есть, давай эту позу купим. И давайте шапку Роми купим, да. Шапочку Роми давай купим еще. А, у меня не хватает, друзья. Сейчас
Сейчас мы будем копить. Вау, нам еще стикер дали. Класс, так. Нам дали вот этот. Вот. Нам дали... Сейчас нужно посмотреть, какой нам еще стикер дали. И нам дали вот этот вот стикер. Классно. Стикер мне нравится. Ребят, ну, как же мне нравится вот этот. Как же мне нравится этот наряд. А это что у нас такое? Мы зашли в Play Market, но сейчас, ребят. А, это какое-то тут приложение? Нужно скачать. Но мы его не будем скачивать, друзья. Сейчас я снова вернусь. Сейчас я снова вернусь, ребята. Короче, ребята, я поняла, что там было. Ну, мы случайно попали в Play Market. Ну ладно, ребят. Давай дальше. Ой, у меня игра висит. Ну, ребят, сейчас. У меня висит немного игра, но ничего страшного. Уже немного нормально. Смотрите. Я уже вот бегу, да, вот бегу. Давай посмотрим на вот это вот. И посмотрим, мы можем смеяться или нет. Да, мы посмеемся. Не знаю, зачем я эту позу купила. А может быть это не поза, ребят, я не знаю. Ребят. Пошлите, короче, давай будем копить монеточки. А давай, кстати, вы задание повыполняем, давай. Я решила сделать обзор на новые, ну, наряды. То есть не обзор, ребята, а, наверное, как вам сказать, ребятам? Ну, хотела вам показать на видео, что там появилось, но вам на видео показали. Но мы, конечно, еще будем играть. Так. Первое задание — покрасить волосы. Хорошо. Сейчас буду красить волосы, но правда не мои. А для мальчиков волосы, да. Да, для мальчиков волосы буду красить. Мне так картинка эта нравится. Так. Вот, сейчас мы. Давай мы. Вот, возьмем эти черные волосы, смешные, и покрасим волосы, например, в коричневый цвет. Так, сейчас давай еще покрасим, например, давай вот такой вот. Будем. Я так всегда делаю, когда есть такое задание. Мои волосы не трогаем, а вот. А вот трогаем эти волосы. Так, ну и давай еще один черный. Мы выполнили задание, давайте вернем, например, не хочу уже такими ходить, хочу, например, вот, вот эти хочу, да, длинные волосы хочу, коричневый цвет, и хочу кольцо, смотрите, какое миленькое лицо, да, очень миленькое, давайте мы его купим, ребят. Ладно, ребят, давайте ничего копить не будем. Ничего страшного, если не накопим. А может, давай подзаработаем монетки. Ну, давай подзаработаем все-таки монеточки, ребят. Вот так вот классно лицо с куколом. Так, а это у нас что? А, я тут поняла. Тут нужно эту краску купить, да. Короче, я поняла. Мы уже это вот покупали. Ладно, ребят, давайте посмотрим этот новый рюкзак. Так, ладно, давайте вернем мое лицо, потому что мне это лицо больше нравится, чем это. Вот, смотрите, какой он красивый. Какой красивый рюкзачок. Мне нравится. Так, ребята, сейчас мы пойдем копить, наверное, монеточки и выполнять задания, чтобы мы могли получать больше смазок. И, кстати, есть такой лайфхак, как вот быстро заработать монеты и самоцветы, ребят. Короче, я вам говорю, выполняйте тут задания, вот такие вот, ну, задания есть. Короче, вы можете
игра там мини-игры, Crazy Run, Pen Parad, относить пиццу, вам будет дарить монеты. А еще, если дойти 3 раза, то... А потом вам боксик дадут, да. Я вроде бы вам правильно сказала, ребят. Я не знаю, как вам сказать. Ладно, ребят. Сейчас давай будем относить пиццу. Конечно, мы снимать не будем. Конечно, мы снимать будем. Недолго. Я не знаю, там сколько минут будем снимать. Посмотрю, может уже кто-то играет. Может, моя подружка любимая Вэл играет. Ладно, ребят, сейчас. Относим пиццу людям, а потом получим монетки. Чтобы мы могли покупать много классных вещей, там, одежду, мебель, еще что-то. И мы получим, может быть, еще смотреть. Но, не, ну хотя надо боксик еще открыть. Боксик надо еще открыть. Ну, то есть там не только монеты дают, но и самоцветы. Если дойти до боксика, то ты можешь подарить монеты, самоцветы, а еще мебель, а еще может крылья выпасть. Класс. Вот, мы получили вот столько монет. Теперь давай заберем тут монетки, ребята. И сейчас посмотрим. Давай еще тут заберем монеточки наши любимые. И сейчас посмотрим задание. Отредактировать фотографию один перед ним публиковать в ЮЮ. Хорошо. Я знаю, как это задание делать. Просто нужно вот так вот сфоткать. Например, давайте новое обновление сфоткаем. Давайте тут покажем. Лайк. И вы, ребят, пожалуйста, поставьте мне лайк. Мне будет очень приятно. И вот. Сейчас мы стикеры. Тут новые стикеры появились. Класс. Давайте вот букетик. Букетик давайте. Давай еще книжечку у меня будет. У меня будет еще одна книжка. Класс. Тут новые стикеры появились. Очень класс. Давайте вот тут вот книжку поставим. А тут вот. А тут вот я не знаю, что такое. Ключик, наверное. Ключик давай вот туда вот будем. И сейчас давайте отметим, кто у нас тут. Так, давайте. О, как раз уже Вэл пошла играть. Сейчас к ней телепаднусь. Все, я всех отметила, все. Покупаем. Вот, вот. Вот, это за денежки. И сейчас мы публикуем фотографии и все. И нам теперь дадут кристаллы. Ой, ребят, что-то я не могу, но сейчас. Я что-то не могу выйти от этого места, но сейчас-то, ребят. Итак, ребята, я вернулась, да. Не знаю, какая-то ошибка произошла, поэтому я лучше вышла из игры, а потом снова зашла. А это что такое? Я летаю, класс, да. Вот, короче, мы куда-то летим, да, небо, все. Ребят, больше не хочу так летать. Ну все, забираем наши кристаллы. И если сейчас играет Вэлфрэнк, давайте к ней телепатрюсь. Будет весело играть с моей подружкой, с моей любимой подружкой. Да. О, у нас уже вот сколько самоцветов. И давайте, что ли, купим боксик еще один. Давайте боксик еще один купим. Какой бы боксик купить? Давайте вот этот опять купим. Мне очень хочется еще одежду, а может вообще 20 минут сюда попадется. Ну, сейчас посмотрим. Купим боксик, посмотрим, что у нас попадется. Вау, вот такая вот красивая юбочка, класс. Юбочка мне очень нравится. Давайте примерим. Так, давай примерим эту юбочку. Вау, какая красивая, мне нравится. Мне нравится юбочка. Она такая
Красивенько, мне нравится юбочка. Давайте какую-то другую кофточку. Давайте вот такую вот так. Вот так вот. И давайте рюкзак снимем. Вот так. Сняли рюкзачок. И вот, давайте еще стики заберем. Вау, фотобомба. Ничего себе, какое название. И вот. Вот, ребят, мне нравится вот такой скин. В принципе, мне очень нравится этот скин. Ребят, давайте посмотрим. А давайте я к Велтеру подниму. Так, тут есть какие-то шкафчики, мы можем что-то взять. И мы взяли книжку, да. Школу даже придумали на улице. Класс! Шикарно вообще, я бы сказала бы. Вот, ребят. Вот, вот такой вот у меня скин. Юбочка мне нравится. Она супер. Мне юбка очень нравится. Она очень красивая. Мне нравится. Ставлю лайк, ребят. Так, давайте-ка Велтере поднимемся, потому что я хочу играть с ней. А, она уже не играет. Жаль, ребята. А я хотела с ней поиграть. Ну, она сама поиграет. Ничего страшного, если она ушла. Ну, мир какой-то скучный, я думаю, будет какой-то мир. Веселый, я не знаю. Мир какой-то скучный. Ребят, мир реально-то какой-то скучный. Мне не нравится этот мир. Хотелось бы, чтобы разработчики в следующий раз, к следующему обновлению, изменили мир красиво. А то как-то немного скучно мне. Да. Скучный мир, ничего интересного, хотя интересный рюкзак, вот. И вот, можно еще купить за деньги капсулу. Ребят, кто хочет, покупайте капсулу. Очень классная капсула, да. Там может попасться тропич, питомец аксолотль, питомец пчела, тропический питомец коала. А можно еще капсулу купить, ребят. Кто хочет, покупайте себе капсулу, да. Так, ребят. Сейчас давай, например, что же мне поделать, ребят. И вот, опять тут есть «Играйте робота». Да, это старая, ребят, игра. Ладно, сейчас посмотрим, какие еще задания. Выиграй 3 звезды раз в квесте доставки пиццы. Ладно, я это могу сделать. Все. Скоро буду с вами прощаться, мои хорошие друзья. Я вас всех люблю, мои дорогие. И я вас всех очень сильно обожаю, да. Спасибо, что кто-то мне ставит лайки, а кто не ставит, ничего страшного. Я все равно рада. Все. Сейчас относим пиццу. И может потом с вами прощаться, друзья. Все равно какая-то обновка скучная, но завтра я не буду снимать пока здесь. Я подумаю, когда я буду снимать по КЗ, но я не знаю. Но я обязательно подумаю, ребята. Когда я еще буду снимать видео с по КЗ. Ладно, сейчас давай относим людям пиццу, а потом получим монетки. Да. Монетки мне нужны. Я уже хотела к Вэптеле подняться, но... Она ушла, и вот, и мы не смогли поиграть. Ну, ничего страшного, друзья мои дорогие. Так, вот, забираем наши монеточки, так. И вот, тут я не знаю, что такое. Я не поняла, что такое. А если мяч? Тут можно кидать мяч, класс. Ой. Так, нет. Слишком далеко. Так. Так. Вот
Нет, у меня не получается, ребят. Давайте попробуем. Вот так вот. Нет, не получается у меня. Ребят, у меня не получается. Вот кинуть мяч. Ну уж ладно, ребят. Давай в следующий раз повторяем задание, ребят. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И всем пока-пока, мои дорогие друзья. Я вас всех люблю. Обязательно ставьте мне много лайков. Ну, сколько можете, сколько ставьте. Не забывайте писать комментарий и подписываться на мой канал Стелла. А, или Стеллочка. Да, Стеллочка — это мое ласковое имя. Короче, всем пока-пока, мои дорогие. Всем пока-пока, мои дорогие друзья.